Особая папка ЦК КПСС. Совершенно секретно. Из аналитической записки полковника КГБ СССР Веселовского начальнику хозяйственного управления ЦК КПСС Кручине. Денежные ресурсы, отраженные в финансовых документах, открыто могут быть инвестированы только в общественные, социальные или благотворительные фонды, что затруднит их конфискацию в будущем. Принятие данных мер потребует организовать срочный отбор особо доверенных лиц, которым будет поручено выполнение отдельных пунктов программы. Не исключается возможность создания категории негласных членов партии, которые будут обеспечивать ее жизнедеятельность в любых условиях чрезвычайного периода. Проценты им пришлось набросить. Здесь вся документация и мой отчет. Шифр 1908. А тебя еще на юмор хватает. Чуть не умер со смеху. Вы ведь тут весь мир доколиков насмешили. Теперь для меня 1908, 19 августа, самый смешной день в жизни. Где эти? Бездари. Где? В матросской тишине. Это для них еще приличное место. Кое-какие концы надо будет подчистить. Займешься этим, не откладывая. Подчистить как? Подчистить от слова «чисто». Как сказал один мудрый еврей, никогда не бывает так плохо, чтобы потом не стало еще хуже. А ты привыкай цитировать русских мудрецов. Это нам, ох, как понадобится. Жду тебя вечером на даче. Поехали. Хорошо. Средства, поступающие в виде доходов в партийную кассу и не отражаемые в финансовых документах, должны быть использованы для приобретения анонимных акций, фондов отдельных компаний, предприятий, банков, что, с одной стороны, обеспечит стабильный доход, независимо от дальнейшего положения партии, а с другой, в любой момент эти акции могут быть реализованы на фондовых биржах с последующим размещением капитала в иных сферах с целью обезличивания партийного участия, но с сохранением контроля.
Мужик свалился сверху! Разбился совсем насмерть вроде! Извини, старичок, некогда, спешим. Венки привезешь в морг. Автобуса не забудь. Почему ты один прилетел? Не знаю. Мы остались в Цюрихе. Ему во вторник удалили гланды. Забились в норы, как крыса. И он еще... Она никогда не любила отца. Заедешь с Мелкова, отоваришься у него. Не появились. Я буду только у себя. Позвонили с дачи. Сюда звони. Только сразу мне. Ладно. Успокойся. Ладно. Успокойся. И чтобы там был полный порядок. Вера, сделай что-нибудь поесть. Хорошо. Как здоровье? Я сыт. Ладно. Давай, давай, хорошо. Верочка, а мы здесь потолкуем. Дядь Саша. Хорошо. Держи меня в курсе. Как это произошло? На него эта заваруха с путчем сильно подействовала. Давление резко подскочило, а он лежал в кабинете, на диване, уколы делали. Я, правда, его не видел, но по телефону звонил почти каждый день. Жаловался на бессонницу. Случилось это 5:15 утра. Записочку оставил. Прошу в моей смерти никого не винить. И все. Зачем он это сделал, не понимаю. Дядь Саша, а тебе не кажется странным? Сначала Крупинин, теперь вот отец. Ты еще маршала не назвал. Не знаю, Денис, не знаю, что и сказать. Помогите мне. Пожалуйста. Денис, хорошо, что ты вернулся. Вера совсем извелась, будет ей опора. Я только в газетах прочла сразу, с дачи приехала. Денис, родной, крепись, крепись. Бедный Николай Иванович. А где записка? У следователя. Комитетчики все бумаги выгребли до последней писульки. И не звоните, не надо. Денис. Ни о чем не думай. Я там все устроил. Спасибо. Денис, сколько пробудешь в Москве? Недели две. Проблема есть? Нет, все нормально. Если это можно назвать нормально. Анатолий Алексеевич, вы знали отца много лет. Вы верите, что он сам вот так взял и... Меня в Союзе не было почти два месяца. Когда прилетел, пару раз говорили с ним по телефону. Подавленный был какой-то. Но чтобы
У следователя сомнений нет. А вы записку видели? Экспертиза подтвердила его почерк. Все равно не верю. Хочу сам разобраться. Если потребуется помощь, рассчитывай на меня, держи в курсе. Может быть, ты и прав, Денис? Распишитесь. Вот здесь. И здесь. Значит, вы закрываете дело? А что же еще? По-моему, все ясно, как божий день. Отца похоронили? Вчера. Вопросов нет. Это у меня их полно. Слушай, Стеценко, у тебя акт... Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз примите мои соболезнования. Всего доброго. Спасибо. Ну, как он? Подписал аккредитив, можешь дело сдать. В архив. А, набегались? Да, тетя Оля. Тетя Оля. А? Вы первые нашли отца. Я первая. Страсть как испугалась. Когда шоферюга меня разбудил, я сразу выскочила во двор. Гляжу, а там Николай Иванович. Какой шоферюга? Ну, с поливальной машины. Он все видел, как Николай Иванович падал. Он-то меня и разбудил. Как раз в это время одна краля выходила. Краля? В 6 часов утра? Кто же это? Ну, из 36-й от Нелли Эдуардовны. Подруга вашей соседки Нелли Эдуардовны. Да ведь на даче все лето. И просила ее как бы цветы приходить поливать. Вот она и ходит с мужиком. Тут из газет 2 дня ошивались, все расспрашивали, что да как, но я ни-ни. Спасибо вам. Не за что. Ой, Денис, привет. Простите меня, ради бога. Извини, я не в форме. Нелли Эдуардовна. Я бы хотел видеть вашу подругу, которая была в ту ночь, когда вот... Какую подругу? Зачем? Я не понимаю. Ну, вы ведь дали ключи женщине, чтобы она цветы поливала. А, ты про Нону? А зачем она тебе? Я бы хотел с ней поговорить. А вы давно ее знаете? Ну да, очаровательная особа, смотри, не влюбись. Правда, у нее сейчас роман. Им негде встречаться, поэтому я ей... А у вас есть ее адрес или телефон? Конечно. 241-13-25. Нона Соколова. Спасибо. Послушай, я не пойму, зачем она тебе? 241-13-25. Еще раз спасибо. Ну, пока. Я могу узнать адрес по номеру телефона. Денис, иди завтракать. Здрасте. Можно подполковника Данилевского? Друг, моя фамилия Зотов. Мама, Юра Данилевский давно звонил? Давно. Уже и не помню даже когда. А зачем он тебе? Лёля, привет. Узнала? Спасибо. Дан дома? Что? Я ничего не знал. Когда это вы? Ну и дела. Да. Ну а телефон хоть у него есть? Хорошо, пишу. Денис, стынет все. А, ладно, передам. До встречи. Долго я тебя буду ждать, а? Дан, привет, это я. Еле тебя разыскал.
Лёлька дала. Дан, надо увидеться. Ну, зачем, зачем? Узнаешь, зачем? Приехать можешь? Тогда я приеду. Говори адрес. Видок у тебя. Заходи, гостем будешь. Что, мне не рад? А ты мне рад, что ли? Про отца знаешь? Знаю. Читал. Прими мои. Что у вас с Лёлькой произошло? Я ведь ничего не знаю. А тебя что? Разве это интересовало в твоих Европах? Злой на весь мир. Я плевать хотел на весь мир. Можешь мне по-человечески сказать, что случилось? Ну, а чего ж ты у Лёльки-то не поинтересовался, а? Я тебя спрашиваю. Да что тут рассказывать? Банальнейшая история. Муж вернулся из командировки. Ну, семейные сцены не ждали. Жена в неглиже. Хахаль ейный. В исподнем. Ну, муж из стабильного оружия, бах-бах. Хахаль под кровать, а жена с испугу в унитаз головой. Еле-еле вытащили. Ты его пристрелил? Кого? Промахнул, слава богу. Это у нас в кино только милиция. Метко стреляет. Тоже мне ворошиловский стрелок. С детства не люблю стрелять, народ. Ну, а дальше? Дальше собрание. Таким не место в советских органах. Нельзя стрелять людей. Всех, кого надо, отстреляли во время культа личности. Очистим органы от героев застоя. Ну и очистили подчистую. Так что я теперь чистый. Можешь о меня потереться. А Лёлька? Лёлька с ним живет, с законным браком. Квартиру разменяли. Вот это вот. Его бывшие хоромы. Дочку видишь? Нет, редко. Лёлька считает, что это ее травмирует. Ладно, давай, хватит об этом. Рассказывай, чего там твой отец-то учудил. Вот я об этом и хочу поговорить. Я уж понимаю, что не навестить сыщика в изгнании. Вот что я тебе скажу. Не лезь ты в это дело. Почему? Да потому что... Если старик сам сиганул... Ну, а если... Ну, ты хоть представляешь уровень твоего папаши? Так вот, им занимались профессионалы, не меньше. Они тебя раздавят, как клопа, и не поморщатся. Брось, брось ты, без тебя разберутся. Дан, ты знал моего отца много лет. И я его знаю. Не мог он сам. И в их дерьме он не был замешан. Но и я не хочу быть подонком. Дан, я пойду до конца. Хорошо. Хорошо. Без меня. Узнай адрес Соколовой по номеру телефона. Хоть это может милиция. Не могу. Не могу, старик. Я мент. Но я бывший мент. Ладно, я сам узнаю. Сам так сам. Будь здоров. Кто ведет дело? Стеценко. Пять.
все. Я пошел. Подожди. Чего тебе? Дай хоть побреюсь. Теперь смотрите внимательно. Понял. Ну что? Нет, не она. Та совсем другая была, темная. Да и тело пошиш. Вы уверены? Точно не она. Ну, тут бы я сразу знал. А какая? Постарше. Крудастая такая. Ну, надо быть просто, я не знаю, но надо что-то понимать. Я ничего не понимаю. Я знаю роль, вы едете справа, если хотите. А эту вы там никогда не видели? Да нет, вроде не встречал. Ну что, как опознание? Нет, точно не она. Я уже говорил. Первый блин мимо. Ясно. Извините, вы сможете один добраться домой? Спасибо. Да, ну спасибо. Спасибо. Что? У нас с собой было? У нас с собой есть. Замечательно. Тогда закрывай машину и пошли. Куда? Мы приглашены на чашечку кофе. Нет, ну вы мне напоминаете, например, просто блоковскую гимназистку. Да что вы, ну нет, вы так никогда не скажете, когда увидите моего сына. Сына? Вообще-то нас принимают за брата и сестру. Я его сейчас в деревню отправила к родителям, и сама там просидела целую неделю. Потрясающе! Просто потрясающе! Ланочка, вы прелесть, давайте с нами дружить. Да, вы зовите нас просто Дэн и Дан. Это клички, что ли? Да нет, что вы, все очень просто. Мы с ним в школе 6 лет на одной парте посидели. Ну, он Денис, Дэн. Я Данилевский. Дан. Вот так и пошло. Слушайте, это потрясающе. А знаете, за это надо выпить. Из хроники, составленной сотрудниками... Ну, что скажешь? Верховного Совета России по правам человека... О, пожалуй, хватит. Пора домой. Ребята... Нет, нет, ну, спасибо. Ладно. Спасибо. Ну, не уходите, ну что вы. Нона, все было очень здорово. Ребята, было просто замечательно. Я провожу вас. Вот это замечательно. Ребята, ну, может, немножечко посидите еще? Нет, Ноночка, мы еще успеем. Ладно. Успеем вам надоесть, особенно я, это уж точно. О, веселенькая компания. Ой. А что это, трубку бросаешь? М? Не надо, я не хочу ни о чем говорить, выяснять ничего не хочу, я вообще возраст любви закончен. Слушай, молодой человек, когда входишь в приличный дом, принято здороваться. Давай выпроваживай своих фрейров, а потом мы с тобой потолкуем. Какой возраст, когда он кончается? Ничего не предпринимай. Ах, не нравишься ты мне. Чего? Московский уголовный розыск. Слышал про такой? Слышал. Фамилия? Щербаков. Имя? Сергей. Сергей Михайлович. Документы? Так. Правильно, Сергей Михайлович. Ну, прописка. А, Люберцы. Понятно. Гражданка Соколова, у вас претензии к Щербакову имеются? Да пускай катится, чтобы глаза мои его не видели. Жлоб. Свободен. И больше мне не попадайся, не то навешивай на тебя все люберские висячки. Понял? Я понятлив. Час 42. Пошли частые залпы на площадь. Как же ты его, а? Бугай, ты здоровый. Да ничего, бывали и поздоровей. Ты просто чудо. Слушай, Денис, ты давай поезжай, а то... Мать, небось, волнуется, а мы тут с гражданкой Соколовой немножко полялякаем. Не возражаете, гражданка Соколова? Не возражаю. Держи, может, тебе машина пригодится. Ого, вот это жест. Учитесь делать жесты, гражданка Соколова. Только вечером позвони. Ладно, я позвоню.
Да. Здравствуйте, Вера Федоровна. Здравствуй. Где ты так уделал машину? Денис дома? Дома. Уговаривал на дачу поехать. Так он ни в какую. Может быть, ты его привезешь? Да и сам отдохнешь. Ты, я слышал, человек свободный. Ну, у нас теперь все свободные. Полная свобода, гуляй не хочу. А, кто это вас везет? Раз не знаю, по вызову 4 часа в неделю могу пользоваться. Спустись! Сейчас. Куда это вы? Ну, так, поговорить надо. Молодцы демократы. Не обижают старую номенклатуру. Демократы, коммунисты, радикалы, консерваторы. Наша шестая часть суши, что-то вроде желудка. Хоть икру с рябчиками в него кидай, хоть картошку с капустой. Дерьмо из него выходит и ничего другого. Поехали! По каким хлябям тебя носило? Хлябям. А ты помнишь, Дениска, дороги Смоленщины? Так со времен Симонова и Суркова там ничего не изменилось. Слушай, но она действительно была в деревне целую неделю с сыном. Ну, кстати, хороший парень, да. С этой Нелли Эдуардовной познакомилась месяц назад, в чародейке. Квартиру у нее снимает за $200 в месяц. Спрашивается, зачем? Встречаться с своим любером Сереженькой могла бы и дома. Правильно? Ну, а $200 это все-таки $200. И какова твоя версия? Ну, для версии фактов пока маловато, но надеюсь, что скоро у нас их будет больше. А, видишь? Отобрал у одного рэкетира, оставил себе. А, как чувствовал, что пригодится? Ух ты. О, старье. Я видел со спичную головку. Конечно, не ноу-хау. Но на 500 метров берет как маяк. А главное, пишет на голос. На вид обычный кассетник. Так, ну и дальше. А дальше? У тебя костюм приличный на меня найдется? Найдется. Ну вот, значит, вечером мы идем на презентацию. На презент... что? На презентацию российско-шведско-голландской фирмы «Мамонт». Ребята, я тебе о них говорила. Это Сет, это Дан. Очень. Пойдем ко мне? Да, пошли. Ну, что, вперед, вперед. Ребята, вперед, вперед. А это моя приемная. Вас там не затолкали? Почти. Сонечка, а может, успели кое-что куснуть? И упить, судя по тебе. Угу. Да. А я такая голодная, ничего не ела с утра. Умираю от голода. Ничего не скажешь, солидно. Нет, потрясающе, просто... Иди к гостям. А чем, собственно, занимается ваша фирма? Ой, давайте выпьем сначала. За знакомство. С удовольствием. А? В глаза. Фирма... Ну, всем от компьютеров до колготок, импорт, экспорт, бартер. В общем, все, на чем можно сделать деньги. Кстати, Денис Николаевич, у вас должны быть хорошие связи в Швейцарии. Я по линии ООН. Бизнес не моя стихия. Ну, надеюсь, вы понимаете, что скоро эти циковские кормушки прикроют. Я как-то об этом не подумал. Господи, боже мой, сколько же детишек вернется в державу, а? А ведь какую пользу приносили отечеству? Дэн, Дэн, вам надо просто приударить за Зойкой. Она вас обязательно хорошо пристроит. Можете считать, что уже приударила. Хорошо? Ой, ну, только не устраивай мою личную жизнь. Почему, Зоечка? Ты же... ты свободная женщина, Зой. Правильно говорю? Ну, вот Дэн, кажется, не свободен. Я думаю, вот это легко поправить. Верно, Дэн? Ребят, вы меня извините, я вас оставлю. Вы тут хозяйничаете, окей? Мне надо позвонить.
Бай. Бай. Это я. Она их привела. Как, прямо сейчас? Да, ну это будет похоже на сабельную атаку. Хорошо, хорошо, сделаю. Окей. Потрясающе все было. Значит так, Дан, ой, Дан везет меня, тебе я отдаю Дэна. Да, Зоечка, вы не бросите нашего дипломата? Дочки, тебе подарить, держи. Уезжаем. Не волнуйтесь, доставлю в целости и сохранности. Нонна, веди себя прилично. Я вообще очень приличная женщина. Едем, едем, едем. Я похоронил отца. Да, я знаю. Я сочувствую. Мне Нона говорила. Вы что, знаете, где я живу? Нона говорила. Ко мне зайдем? Выпьем кофе. Я бы выпила что-нибудь покрепче. Это кабинет отца. Не думал, что вы такая впечатлительная. Вы обещали чего-то покрепче. Сейчас. Боитесь обанкротиться? Нет. У меня есть талисман. Вот уже 15 лет. Я родилась в год дракона. Так это ж мамонт. Ничего ты не понимаешь. Драконы и мамонты вымерли. А это мамонтенок. Охраняет меня. Вам кто-то угрожает? Вам? А... Кто тебе угрожает? Выпьем. Так кто тебе угрожает?
Что, только встал? Ну, правильно. Пока бары почивают, челядь фактики по крупицам собирает, а? О, кофе, давай налей. Много собрал. Ну, на кашу пока маловато, но для начала хватит. В общем так, я был в Кремлевке, в поликлинике 4-го управления. Все инъекции прекратили делать за 3 дня до смерти Николая Ивановича. Заходил в районную. Там о нем даже не слышали. Спрашивается, кто делал ему уколы последние 2 дня? Звонил Вере Федоровне на дачу. Она говорит, что приходила медсестра, которую она прежде не видела. Высокая шатенка с неприятным лицом. Сказала, что Людочка заболела, и что она, мол, просила ее заменить. Самое интересное. Не поверишь, меня ведут. Причем наглую. Волга, МНЗ 4592. Я позвонил Славину, приятелю из городков ГАИ. Такой номер не значится. Не выдавали. Весело? Думаешь, комитет? Ну нет, не похоже. Почерк не тот. Ну ладно, хватит об этом. Ну, как у тебя с Зоей? Ну, все, понимаю. Настоящие мужчины об этом не спрашивают. Все, побежал. Вечером увидимся. Куда тебя понесло? Сыщик, как и волка, ноги кормят. А я на тропе. Вот, спрячь от греха подальше. Где взял? Где взял? Купил. Данилевский! О, гора с горой не сходится, она. Начальство с бывшим подчиненным завсегда. Ты чего, Колосков, в гаишники, что ли, подался? Не поясничай, поговорить надо. Подчиняюсь, только ты учти, я ведь теперь бывший. Не боишься себя скомпрометировать в связи с аморальным типом? Я весь внимание. Что, в частные детективы подался? Не понял. Идет официальное расследование, а ты болтаешься под ногами, как дерьмо в проруби. Тебе что, больше всех надо? Вот тебе на, расследование. А дело ведь закрыто. Или как? Закрыто, открыто. Все это мимо тебя, понимаешь? Мимо тебя. Понял? Да, Колосков, если уж ты сюда приехал, значит, я кому-то здорово прищемил член. Ну, не хочешь, по-хорошему, прижмем по закону. О, ты что теперь, законником стал? А? Блюдешь права человека? Да, ребят, быстро вы все в новую веру перекрестились. Не валяй, дурака. Сейчас все меняется. Может, и тебе удастся вернуть в органы. Ты запомни, Колосков, у тебя своя компания, а у меня своя. Так что будь здоров. И сними с меня хвост, если он твой. Дурак. Прошу прощения, сударыня. Муж ревнивый попался. Сами понимаете. Прям сердце остановилось. Больше нет. Thank you.
Алло, Митенька, привет, это я. А, узнал. Слушай, если выглянешь в окно и не увидишь свой Кадиллак, не волнуйся. Да, это я его угнал. Ну, ненадолго, ну, часа на три, наверное. С меня причитается, все понятно, ага. Да заправлю, заправлю полный бак, все, пока. Представляешь, они даже не появились. Да. День ой, добрый. Ой, ко мне пришли, я тебе потом перезвоню. Юра, ты один? Один. А где Денис? Что-нибудь случилось? Да нет, Вера Федоровна, ничего не случилось. Денис дома, вы даже можете ему позвонить. А почему он не приехал? В Калуе, понимаешь, тут одна, как негр на плантации. Вера Федоровна, я вас попрошу, Денису о нашем тет-а-тет ни слова. Ой, Юрка, не морочь мне голову, что за мадридские тайны? Да нет, никаких тайн нет. Я вас очень прошу, вспомните, пожалуйста, кто приходил к Николаю Ивановичу, ну, до его гибели. Кто из его друзей, однополчан? Эх, кто же приходил-то? А тебе зачем? Ну, вы вспомните, пожалуйста, это очень важно. Лапшин приходил с его новой работы. Так. Генерал Скворцов, ты его знаешь. Угу. Да, старик Акимов два раза приезжал. Постой, постой. После его визитов Николай места себе не находил. Я пыталась его расспросить, а он отмалчивался. Угу. А кто такой этот Акимов? Степан Егорыч. Ну, когда-то был зав или зам отдела административных органов ЦК. Давно на пенсии. Да ему 100 лет в обед. Так, божий одуванчик, ты думаешь? Да нет, я ничего не думаю. Скажите, а телефон этого одуванчика имеется? Конечно, и домашний, и на дачу. Кстати, дача его здесь неподалеку. Да. Интересно, и где же это? Прокурор. Судья. Что? Судья Джованни Фальконе. Да. Так вот, он вцепился в фирму Моритали, как кот в канарейку. Я послу, прикройте их. Он ни в какую. А местный резидент от меня морду воротит. Вы, говорит, со своей грязной валютой готовы подставить под удар всю агентурную сеть. Я говорю, деньги не пахнут, а он мне эти деньги не пахнут, а воняют. То, что КГБшники не хотят этим делом заниматься, я и без тебя знаю. Они еще год назад с письмом вышли в политбюро, чтобы их от этого дела освободили. Но хозяин поддержал нас. Еще неизвестно, как они теперь запоют. А так, как позволит удавка на шее. У тебя там еще хвостик по валюте, да? Валютный хвостик. 70 миллионов долларов успели всучить финнам. Дальше вести не рискнули. А, это по мою душу. У финнов надежно? Вполне. Те же проценты. Прошу прощения. А. Николай Егорович, пора.
какую руку мы с вами кололи утром? В правую. Давайте левую. Ой, Раечка, ну давайте в левую. Ой-ой-ой. Все. Миленькая, спасибо. Там кто-то есть. Там никого нет. До завтра. Утром приеду. Ага. До свидания. Вот это да. Алло, говорит Галиева. За мной следят. Нет. От самой дачи. Хорошо. До свидания. Как дела? Нормально. Твоя машина? Да нет, это я у приятеля одолжил. Слушай, мама дома? Не, пап, мне кроссовки предлагают. Да? Клевые. Сколько? 1200, штатские, привозные. Слушай, а подождать не могут? До завтра, послезавтра, а? Подождут, спасибо. Слушай, это кавалер твой, да? Ой, скажешь тоже. Пока. Ну, давай, беги. Давай.
Да, слушаю. А, ты, Денис, привет. Где был? Да так, кое-где, потом расскажу. Завтра? Какой ресторан? А, ну да, да, да. Да не, так что-то. Устал немного. Ладно, пока. Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Эх, ребят, ребята, весь город вы загадили. Галимову, Раису Ахметовну. А кто вы будете? Я из госстраха, она страховку просрочила. А вы ничего не знаете? Нет, а в чем дело? Ее машина сбила. Насмерть. Когда? Сегодня ночью. Здесь из милиции были, из ЖЭКа. Квартиру опечатали, она ведь одна жила. Куда ее на ночь глядя понесло? Прямо на улице, около дома, все и случилось. Я ее кошку с котятами взяла. Спасибо, Миша. Спасибо. О, привет, начальник. Что-то часто стали наши дорожки пересекаться. Ты до чего здесь вынюхиваешь? Да вот, зашел узнать, не найдется ли лишних органов для трансплантации. Мозги пока не трансплантируют. Напрасно теряешь время. А, кстати, совесть тоже. Даже не надеюсь. Пока, начальник. Данилевский! Это она. Кто она? Ну, та, что делала укол Николаю Ивановичу. А что с ней? Ничего себе. Сегодня ночью ее сбила машина. Юра, я боюсь. Что вы с Денисом? Я вас очень прошу, Денису об этом ни слова. Я из-за тебя боюсь. Мне страшно, Юра. Привези Дениса на дачу. Хорошо, умоляю тебя. Хорошо, завтра привезу. Ну, почему не сегодня? Не волнуйтесь, ради бога. Сегодня вечер мы с Денисом идем в ресторан с двумя очаровательными женщинами. И не волнуйтесь, все будет хорошо. Извините, я должен бежать. Вытащила меня. О, браво, браво, браво. Прошу вас. Следующий танец, мама, туда меня совсем не танцует. Ну, ты же знаешь, что я списан по болезни. Я еле жив, как после марафона. Обойдешься сегодня без танцев, вот так уже хорошо. Нет, да, налей мне, налей. Я хочу выпить. Налей. Давай, давай. Может, хватит? Спасибо. Нет, не хватит. Я хочу выпить за любовь. Прекрати напиваться. А я трезвая. Я абсолютно трезвая. Отдыхай, не надо. Эй, брюнет, давай выпьем, а? Ну, пригласи меня танцевать. Давай, ну что, я тебе не нравлюсь, не нравлюсь. Успокойся, прошу тебя. А я спокойна. Я абсолютно спокойна. Не надо, ну.
Почему не надо? Надо! Так, началось. Нона, прекрати, или ты сейчас же уйдешь отсюда. Нона. Да? Ноночка, я буду с вами танцевать. Идиотка, напьется никакого слада. Ты что, взбесилась? Зоя Владимировна, у вас проблемы? Да нет, так, семейная сцена. Так, Ноночка, по-моему, мы с тобой загулялись. Давай, давай, поднимайся. Поднимайся, пойдем. А что она раскомандовалась, а? Большие начальники выпила, да, большие, да? Девочки, да, давай, не надо, да не надо, смотри. я сама пойду. А да. Что нам на команду? Нашла себе дурочку, да? Надоело, да. Все. Да. Мы же хотели с тобой поговорить. Завтра. Завтра я тебе все расскажу. Пойдем, пойдем отсюда. Пока. Нет ничего омерзительнее пьяной бабы. А ты что, не бываешь пьяной? Нет. Деловой из себя корчит, а? Стерва. Ну что, она и есть деловая. Не нам с тобой чита. Молодая, красивая. Генеральный директор фирмы. Во-во-во-во, генеральный, да если ты хочешь знать, вот она у меня где, понял? Вот так вот, я назад сяду. Давай, вперед, давай. Let's go. Я все хочу тебя спросить, как такие женщины, как ты, становятся директорами солидных фирм? Думаешь, через постель? Я этого не говорил. Но думаешь. Ошибаешься? Конечно, мне помогли добрые люди. Меня поверили. Мне поверили. И все? И все. Господи, конечно, тебе, родившемуся, золотой ложкой во рту не понять. Чем ты, папаша, завидовал, когда ты явился на свет? Райкомом? Обкомом? Я не хотел тебя обидеть. А я и не обиделась. Просыпайся. Давай, давай. Ну, она. Давай, давай, давай. Просыпайся, приехали. Где мы? Где? Дома. Ой. Слушай, что-то меня трясет, а? Трясет? От много выпитого. Ну что? Послушаю, о чем они там болтают. Пойди. Да, поможешь мне завтра отогнать машину в ремонт, а? Ты есть хочешь? Нет, спасибо. Ладно. А мы с Зойкой вообще повязаны почти 10 лет. Один ублюдок нас прихватил и за горло держал, пока не окочурился. Гад, я тебе скажу, был редкий. Под кого нас только не подкладывал. А куда денешься? Ничего, зато платил щедро.
И вообще помогал. И вообще хрен бы Зойка окончила Плехановский, если б не он. Сейчас пахала где-нибудь по лимиту. Или вообще путанила. Выпьем. Зато у меня есть Димка. А у нее нет и никогда не будет. Тоже нашла, чем ее испугать. Дела давно минувших дней. Минувших? Да что ты знаешь? Ну откуда ты знаешь? Ты думаешь, я сама сняла эту квартиру за 200 долларов, да? Да нахрен она мне сдалась, это... Мне Зойка велела, а ей тоже приказали. А кто же ей может приказать? Ой, ну что ты знаешь, а? Да ты на с виду такая храбрая, а сама от страха помирает. Он мне пакет принесла, спрячу, говорит, если со мной что случится, отнеси куда следует. А внутри указано, куда, мол. В милицию, что ли? Да в какую милицию? Дурак ты. Газеты. Московские новости, независимые. Комсомолка. Пал! Вот так. Ты же сказала, что адрес внутри. Внутри? А я хитрая. Я этот пакетик начальничком подержала. И все подробно прочла, там все написано. Как они старичка Зотова из окна ковырнули. Ладно, хватит болтать. Сам он. Конечно, сам. Вот слушай, как было. Вначале ему какие-то уколы кололи. Ну, знаешь, там, ну, для расслабления воли. А потом ту ночь Зойка пришла с каким-то мужиком, ну, типа экстрасенса какого-то, гипнотизера, ну, типа Кашпировского. В общем, он всю ночь под стенкой колдовал. А Зойку-то он прогнал, она ничего не видела. Бред. Ну да, бред. И то, что Зота записку написал, бред. И то, что из окошка ковырнулся, бред, да? Где пакет? А вот это не твое дело. Отдыхай. Понял? Что там? Сейчас. Это я. Соколова знает весь расклад по парашютистам. Зойка отдала ей пакет с полным описанием. Видно, решила подстраховаться, дура. А эта тварь вскрыла пакет и прочла. Только что по пьяни она выложила все своему менту. Да, мы на месте. Так, понял. Понял. И все-таки я тебя где-то в Швейцарии видел. М? Тебе показалось. В Женеве. В Берне. А? Прошу прощения, Зоя Владимировна, вас к телефону. Спасибо. Извини. Алло? Хорошо. Хорошо, сейчас приеду. Что-то случилось, Зоя Владимировна? Нет, ничего. Все нормально. Девочки, пойдемте со мной. Дэн, тут такая ситуация, мне надо спуститься в офис. Но и ненадолго. Вот замена, Рита и Люси. Девочки, вы мне отвечайте за него головой.
Не волнуйтесь. Ну, Рита, Люся, вам вина. Вина. Да. Понял. Что там? Велено ждать эту сучку. А это что за козел? Открой, мне надо с тобой поговорить. Там Сергей. Нона! Люберский. Открой, я знаю, что ты дома. Он нездоровый. Открывать я не открою. А? Нона, открой. Два слова, я уйду. Ты что, с ума сошел, являешься среди ночи? Ты что? Я тебе сказала все. Забудь сюда дорогу. Нона, Нона, открой. Два слова, я уйду. Все. Все, давай иди отсюда. Я тебе говорила, не распускай свои поганые руки. Нона, открой, иначе я дверь разнесу. Давно не сидел, да? Вали, а то плохо будет. Да плевал я на твоих рисов. Нона, открой! Хулиганите, молодой человек. Весь дом разбудили. Закройся, старая корга. Ах ты пьянь. Я сейчас милицию вызову. Нона! Милиция! У нас тут хулиган хулиганит. Примите меры. Как где? В подъезде? Чей адрес? Мой адрес? Да, конечно. Сука. О! Звонок звонит. Стучится. Меня оскорбил. Я ему деликатно указала. Ну, а ты чего вытаращился? Ой, это я не вам, это я мужу. Я тебе тут наболтала все. Данчик, миленький. Не выдавай меня. А то знаешь. Вернулся. Вернулся, животное. Ну, я ему сейчас устрою. Это же Зойка! Не открывай! Заходи. Только тихо. Где пакет? Вернешь, останешься жить, поняла? Где за пакет? Картиной. Там. Вот и молодец. Нам этого идиота сам Бог послал. Скорее, сатана. А он не загнется? Часов 10-12 проспит. А пакет? Где пакет? И это твой приговор. Thank you.
это нарочно. Метель закружилась. Порывистый ветер мешает ходьбе. Уже не поправить того, что случилось. Я сам по себе, ты сама по себе. Поехали к тебе. Поехали, поехали. Мы оба с тобой по-своему правы. А если мы правы, то дело в судьбе. Дорога налево, дорога направо. Я сам по себе, ты сама по себе. Пойдут по порядку ромашки в июне, дожди в сентябре. И все же о прошлом вздохнем мы украдкой. Я сам по себе, ты сама по себе. Когда? Ладно, приеду. Чего привезти? Хорошо. Кто звонил? Ты чего вскочила? Кто звонил? Мама звонила с дачи. Просила кое-что привезти. А хочешь, я тебя отвезу? А как же фирма «Мамонт»? Ничего. Подождет один денек. Окей? Окей. Только заедем к Ноне. Мне надо поговорить с Даном. Ты чего? Не могу, опаздываю. Поедешь на такси, созвонимся. Пока. Прошу прощения, Денис Николаевич, вас ждут машины. В этой? Да-да. А, Анатолий Алексеевич, какими судьбами? Тебя поджидаю. А что-нибудь случилось? Случилось. Прогуляйся. Твой друг Данилевский погиб. Как? Мы же с ним вчера. Его убил любовник Соколовой у нее на квартире. Из Люберец? Возможно. Анона? Ее тоже.
Мерзавец уже арестован. Я понимаю твое горе, но тебе туда сейчас идти нельзя. Полон двор милиции, затаскают как свидетеля. А тебе надо возвращаться в Цюрих. У меня там машина. Дан на ней ездил. Где? Во дворе. Ключи есть? Да, вторые. Выйдем. Пошли, пошли. Витька, еще сюда. Здорово, мужик. Вот это Элла Хренов. Да, это он. Не знаю, чем тебя утешить. Твоему другу сейчас ничем не помочь. Езжай домой. Где Вера Федоровна? На даче. Тем лучше. Поезжай на дачу. Я буду тебе звонить. Держать тебя в курсе. Почему убивал на фоне? Он сказал, что позвонит. Сегодня вообще была ночь кошмаров. На рассвете выбросился с балкона Пронько. По радио передал. Постойте. Ты же сказала, что адрес внутри. А я хитрая. Я этот пакетик начальником подержала. И все подробно прочла, там все написано. Как они старичка Зотова из окна ковырнули. Но убивать надо умеючи, чтобы не наделать глупостей. Я тебя сегодня никуда не отпущу, будешь со мной. Я не могу вести машину. Сейчас. Поехали. Езжайте ко мне. Владимировна никого не принимает. Его она примет. Садись, садись. Ой, какие у тебя тут опачки, игрушечки. Тебе звонили? Да. Все поняла. Поехали. Может, я сама? С нами она вернее. Ты не передумала? Нет. Сделаешь, как я сказал? Да. Код 361, второй этаж, четвертая квартира. Запомнил? Запомнил. В нем 3 патрона. Выпустишь все. Пошел. Только в голову не стреляй все-таки.
ты. Заходи. Ты когда возвращаешься в Цюрих? На той неделе. Вашу контору скоро разгонят. У меня есть для тебя место в Женеве. Анатолий Алексеевич, где пленка? Я о пленке позабочусь, выбрось это из головы. Будешь работать в банке. Мне нужен верный человек. Будешь ворочать миллиардами. Из меня плохой финансист. Научишься. Деньги должны делать деньги. Зачем? Не понимаешь. Все эти играшки в демократию ненадолго. Нашим Ивану да Марии они чужды. Коммунистические идеалы протухли. Мы им предложим другие. Националистические. Иван да Мария станут штурмовать бастионы, если им дадут по батону вареной колбасы. А на колбасу нужны деньги, так? Я все это уже давно слышал. От кого? От группенфюрера СС Мюллера. Не такой уж дурак был тот группенфюрер. Почему погиб отец? Крупинин, Пронько. Если откажусь, будете шантажировать. Наташа! Наташа! Ой, Денчик, привет! Здравствуй. Папка где? Мама дома? Не, но он же мне деньги обещал за кроссовки. Деньги? Ну как, я же говорила, 1200, он обещал. Да-да-да-да. Совсем запамятовал, сколько? Ну как это, я говорила, 1200, он обещал. Полный склероз. Так много? Все нормально. Вот класс. Спасибо. А он где? По делам где-то замотался. Он приедет? Да, вечером. Ну, может быть, завтра утром. Ну, пока. Будь они прокляты. Что ты говоришь? Ничего. Поехали. Thank you.
к кому? Крутову. До Алексеевича? Да. Они уехали. Не сказал, когда будет? Сказал. Не скоро. Они за пределы отправились. За границу? Давно? Так сейчас уже. Спасибо. Из аналитической записки полковника КГБ СССР Веселовского начальнику хозяйственного управления ЦК КПСС Кручине. В результате установленных связей с разными зарубежными компаниями у меня появились возможности решать и более серьезные задачи. В частности, такие, как получение финансовых кредитов от частных финансовых групп до 100 миллиардов долларов на 10-12 лет. Анатолий Алексеевич! Денис? Посадка в самолет «Аэрофлота», вылетающий 271-м рейсом в Женеву. Пассажиров просят пройти на посадку. Пойдем в сторонку. Только не надо истерик. Какое у тебя глупое лицо. Да, я воскресла из мертвых, смертью смерть поправ. А когда ты стрелял в меня, лицо у тебя было страшное. Я даже испугался. Хоть и знал, что холостыми. А вот если бы боевыми... Прекрати. Да вот беда. Щитат за бугром на меня оформлены. Иди на место. Слышишь? На место. Каждый должен знать свое место. И ты, Дэн. Каждому свое место. Понимаешь, Денис? Она же убийца. Ведь на пленке. Ты что, веришь пьяному бреду той алкоголички или жалеешь, что сам не стал убийцей? Крутов, ты нелюдь. Не будь идиотом. У тебя в Цюрихе жена, сын, подумай о них. И о моем предложении. Тебя ждет настоящая работа. Карьера, наконец. Ты наш. Мы волки из одной стаи. И ты не прыгнешь за флажки. Нет, не прыгнешь. Ну ладно. Увидимся в Женеве. Thank you.
пролетающего 271-м рейсом в Женеву. Пассажиров просят...